Всем привет, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале Inoue Gaming Channel. И по-прежнему мой канал знакомит вас с теми вещами, с теми понятиями, говорит с вами на те темы, на которые не говорят с вами, как правило, другие каналы. Ну, либо они от вас умалчивают эти темы. Сегодня тема такая. 15 правил поведения на стриме. Или как получить модерку, потому что, в принципе, эти вещи совместимы. Наверняка вы смотрите не только меня одного, есть у вас еще какие-то любимые стримеры, там обзорчики и так далее. И может быть вы хотели стать чуть ближе к ним, получить модераторство, помогать им на стрим, блокировать идиотов и так далее. Эти 15 правил помогут вам выглядеть более человечно, заслужить доверие своего стримера, ну и просто в целом сделать вас нормальным, культурным зрителем, культурным человеком, да, потому что в последнее время у нас огромные проблемы с этим. Давайте не будем терять время и начнем по порядку. Поехали. Значит, правило номер один. Это не столько правило, сколько, ну, просто вводная такая, короче, тема. Что такое стрим вообще? Ну, как я его себе описываю. Стрим — это телевизор для игромана. Молодые люди не интересуются сегодня телевидением, но либо интересуются в очень узкоограниченном каком-то там секторе, например, канал 2x2, да, где там мультики, то все такое происходит. Либо смотрят что-то, ну, такое, по молодежке, MTV, музыку, да, и все остальное, вот это все старперческое, вот эти все Сирии, Ливии, в принципе, молодежь не интересует. Поэтому она идет туда, где она может отдохнуть после учебы, после работы. Это стрим, это игры, это люди, с которыми они могут пообщаться на интересные им темы, обсудить что-то. То есть стрим — это такой телек. Пришел вечером, врубил, налил чайку, жуешь себе, смотришь и получаешь удовольствие. Поэтому, ну, правило номер один, я его назвал, но на самом деле это никакое не правило, это такой вводный курс, короче, КМБ, курс молодого бойца. Правило номер два. Не пишите никогда стримеру про опоздание. Почему? Потому что, ну, как правило, люди не зарабатывают этим, да? И у них в реале может случаться все что угодно. Вот бывает, ты проверишь настройки, все, блин, перед стримом сделаешь, а потом херак, и они в последний момент сбились. И ты сидишь как идиот, пытаешься понять, что же произошло. А тебе там пишут, опаздываешь на 3, опаздываешь на 5, опаздываешь на 10. Ну, как правило, люди пишут о том, что, ну, они не могут, да, там, я, например, схожу на трансляцию, пишу, извините, задерживаюсь, там, технические накладки. Не надо это писать, это никому не приятно, и стример начинает волноваться, нервничать, чат тоже подзуживается, кто-то уходить начинает. Поэтому правило номер два, никогда не пишите про опоздание на стриме. Правило номер три, очень важно, ребят. Проверьте настройки вашего компа перед тем, как вы будете смотреть стрим. В частности, проверьте звук. Потому что очень часто у некоторых пользователей стоят какие-то эквалайзеры, например. И эти эквалайзеры выводят голос стримера громче, чем музыку, или музыку громче, чем стримера, и так далее. И поэтому обязательно посмотрите, что там у вас. Потому что половина чата пишет, например, сделай потише, половина сделай погромче, и оказывается, что там у каждого свои какие-то. У одного рок стоит, у другого голос, у третьего концертный зал эквалайзер и так далее. Поэтому проверяйте обязательно настройки. И всем я вам советую вообще всегда слушать стримы в наушниках. Почему? Потому что мы, стримеры, сами их в наушниках всегда настраиваем. И видео снимаем тоже в наушниках, чтобы слышать. Потому что, ну, через колонки, если чуть-чуть тише будет, пользователь сделает погромче. А вот в наушниках ему сразу ударит, если вдруг ты что-то со звуком сделал не так. Поэтому обязательно проверяйте на свои эквалайзеры и смотрите стрим всегда лучше в наушниках. Правило номер 4. Правило номер 4 говорит нам о том, что надо поздороваться со стримером и с чатом. Если в реальной жизни вы встречаете какого-то человека, вы с ним здороваетесь, то и здесь то же самое. Если вы пришли на стрим, поздоровайтесь со стримером, поздоровайтесь с чатом, потому что стример будет знать, что вы как зритель находитесь на его трансляции. Чат будет знать, что, ну, вот новый человек пришел, здравствуйте, здравствуйте, да-да, привет, да, проходите, садитесь. Вот, не стесняйтесь, это простое правило хорошего тона. Правило номер 5. Старайтесь не офтопить. Потому что, ну, например, идет у меня стрим по Arcade, да, там человек что-то отвечает, и мне в этот момент, слушай, а ты не знаешь, как в Guild Wars 2?
Ну, я понимаю, человек случилась проблема, ему нужно получить ответ. Не может его моментально где-то получить. Но в целом вы выводите трансляцию такими вопросами. Во-первых, вы ставите в неудобное положение меня, потому что я вижу, что у человека что-то случилось, ему надо как-то помочь, да? А с другой стороны, сейчас скажут, блин, ты вообще куда пришел? Сегодня мы говорим про Аркейдж, про изгнание одержимых и все, так, и все такое. Причем здесь Guild Wars 2. Поэтому постарайтесь по возможности не автопить. Напишите лучше в личку, там, ну, мне, например, лучше в личку или в сообщении в группы. Я постараюсь вам после трансляции ответить на ваш вопрос. Шестое правило. Не надо задавать вопросов, ответы на которые могут прозвучать в стриме. То есть, как правило, в начале стрима я говорю, что сегодня мы поднимем такие-такие-такие-то темы, а потом через час трансляции заходит и там, а вот давай про донат, или там, а вот давай вот про классы. Либо отмотайте назад, посмотрите, что в начале стример сказал, либо сидите, ждите. Если вдруг в начале трансляции вопрос какой-то не прозвучал, вы можете к концу стрима его задать, да, потому что, ну, вы уже видите, трансляция идет 2 часа, я, как правило, 2 часа стримлю, то в конце можете сказать: «Иной, не поговорили вот об этом, или интересует мнение твое или гостя вот об этом». Поэтому не летите никогда наперед батьки в пекло. Такие сообщения, как правило, я игнорирую. Но зачем я буду на них отвечать, если я знаю, что через 20 минут мы начнем отвечать на эти вопросы? Поэтому не летите никогда вперед. Седьмое. Это полярность мнений. Полярность мнений – это разрыв мозга для стримера. То есть, например, вот с той же трансляции Аркейдж приходит в эфир, например, там Ваня, да, с супругой, с Юлей. Половина чата пишет: «Заткнитесь», половина чата: «Пусть говорят, наконец-то там интересное что-то пошло». Другие говорят: «Давай вот этого, вот это, да, пускай молодой высказывается». И в этот момент стример, он начинает тушеваться, он не поймет, в какую сторону ему вести стрим вообще, да? Что делать? Потому что, ну, я же все равно имею свое видение, я все равно слышу, когда гость уже пошел перегружать, да, как бы информации, слишком много говорит на одну тему, например. То есть я знаю, когда его остановить и вырулить в другую сторону. Но когда начинает возникать вот такая вот полярность, стример дергается сам, он не знает, что ему продолжать. Половина одно хочет, половина другого хочет. Поэтому дайте трансляции идти в том русле, в том ключе, в котором она должна идти логически. Вы можете, конечно, сказать: «Ребят, там, хорош уже вот на это, давайте дальше поехали, мы про это вот все поняли». Но старайтесь не разрывать, как бы, вот эту, как это сказать, полярность мнений, да, не создавать это. Хотя, безусловно, она, конечно, есть, но если вы делаете ее очевидной, это тоже очень может ломать трансляцию, в конечном итоге вы ломаете ее самому себе. Правило номер 8 говорит нам не оскорблять гостей и друг друга. Почему? Ну, во-первых, потому что нормальные люди в нормальном обществе так делают. Они стараются не оскорблять друг друга, они могут высказывать разные оценочные мнения, но не задевать друг друга как личностей. То есть там: «Ты урод», «Ты дебил», или «Мамку твою, сами понимаете, чего», да? Я уже молчу, что по теме матери для любого человека это что-то святое. Поэтому думайте, что вы пишете. Потом, любой гость, которого приглашает стример, это все-таки человек, который пришел с какой-то личной историей, с каким-то откровением. В силу своих возможностей он откроется настолько, насколько можно. Возможно, я открою его чуть больше, чем он сам планировал открыться. Вы своими вот этими высказываниями, упреками в адрес человека, ноунейм или еще что-то там, вы его закрываете, вы не даете ему открыться. Он смотрит на этот чат, и он понимает, что его критикуют, и он закрывается дальше-дальше, как ракушка, и потом его вообще тяжело расхлопнуть. И очень часто чат именно в этих вопросах виноват. Поэтому не надо оскорблять ни друг друга, ни гостя, ни стримера. Эти оскорбления никак не характеризуют ни меня, ни гостя, но зато очень хорошо будут характеризовать вас. Правило номер 9. Не надо капсить в чате. Если стример не заметил ваше сообщение, не надо писать вот такими буквами и начинать по 3 сообщения вот копипастить, да? С высокой степенью вероятности вас заблокируют. Почему не отвечает? Очень часто не увидел. Много зрителей в чате сидит, пролистывается постоянно, моментально пролистывается это сообщение, ты его не успеваешь прочитать, ты его там видишь, но не успеваешь прочитывать. Такое случается, и случается нередко такое. Не надо писать огромными буквами, потому что
вряд ли это что-то даст. Я с высокой вероятностью проигнорирую такой капс, а вы будете заблокированы. Правило номер 10. Читайте описание стримов. Во-первых, прочтите его название в конечном итоге. То есть начните с того, что вы прочитали название стрима. Далее разверните описание. Очень часто вы задаете такие вопросы, ответ на которые находится в описании. Какой у тебя компьютер? Всегда есть в описании. Как скачать игру, например, Guild Wars 2? Всегда есть в описании. Есть гайд всегда в описании. Что еще? Как написать тебе в личку? У меня в шапке канала находится, блин, значок, который ведет на мою группу, а в группе моей есть сообщение. Также всегда гора ссылок в этом описании, как на меня выйти еще. Далее, что еще? Как задонатить тебе на стрим? Ну, это вообще неудобно. Всегда, как правило, все стримеры первой ссылкой ставят у себя под стримом полоску «Как задонатить», да? То есть нажимаете на ссылку, переходите, донат приходит. Потому что самому человеку не всегда об этих вещах удобно говорить, да? Там меня спрашивают в прямом эфире, как тебе задонатить? Блин, с одной стороны, понятно, мне приятно, да, что человек сейчас поможет. А с другой стороны, я стою... как бы сказать, становлюсь в какое-то неудобное положение. То есть я его как бы говорю, куда класть мне деньги. Это не очень удобно, да, и это некрасиво и некультурно. Правило номер 11. Не надо орать «дайте я приду», если стример общается с кем-то. Ну, там, допустим, в голосе, да. Если вы захотели предложить свою помощь, надо ее предлагать до, а не после. Во-первых, у меня за сутки там где-то до стрима всегда висят анонсы. Я выкладываю эти анонсы в своей группе ВКонтакте. Если вы это не смотрите, если вы этого не понимаете, я не могу вам объяснять. Я об этих вещах 250 раз говорил, что на главной странице всегда в разделе «Запланирована трансляция» висит, что у меня будет трансляция. В группе ВКонтакте тоже. Если вы там не стоите или вы не можете зайти на главную страницу, моего канала, я-то в этом причем. Я уже неоднократно много-много раз говорил, как посмотреть запланированную трансляцию. А потом начинается, приходит стрим, там, дайте я зайду в голос, дайте я скажу. Или некоторые вообще просто могут взять и вломиться к тебе в Дискорд и начать что-то там говорить. Ребята, это не культурно, вас никто не звал. Если вас не звали, не надо туда приходить. Правило номер 12. Все стримеры — это обычные, простые, смертные люди. Да, с каким-то своим посланием к человечеству, к игровому, но в первую очередь мы все обычные люди. И как у обычных людей, у нас бывает там, ну, и плохое настроение, или даже не то, что плохое настроение. Ты вот начинаешь трансляцию, чувствуешь, что-то, блин, вот как-то она медленно через жернова прокручивается, что-то идет не так. И зритель вместо того, чтобы тоже, он же тоже эти вещи чувствует, вместо того, чтобы как-то поддержать, что-нибудь сказать, как-то подбодрить, он начинает ливать или писать скучные трансляции там. То есть это же тоже, если вы задаете вопросы, если вы поднимаете острые темы, если стример отвечает на них, он раскочегариваться начинает, да, пошел в форму, он входит в рабочую форму. Чат пишет, вопросы задает, ответы идут. Трансляция как бы бомбит, все нормально. То есть вы подливаете масло в огонь. Ну, это в том случае, бывает, я болтаю так, что меня не заткнешь. А бывает, ну, это редко, да, очень редко такое. Ну, случается, что, ну, вот какая-то есть внутренняя пустота. И вместо того, чтобы поддержать человека, как-то его подтолкнуть, да, задать какие-то вопросы интересные, пускай даже не по теме стрима, вот в этот момент, если вы чувствуете, да, что как бы стрим не идет, то подтолкните, задайте вопросы, пускай отвечает. Он начнет отвечать, он раскочегарится, трансляция пойдет дальше. Поэтому отчасти хороший стрим в ваших руках. Правило номер 13. Во время стрима может что-то пойти не так. Например, гость, которого я пригласил, ну, вдруг в какой-то момент свалит. Молча может свалить, да? Не понравились ему вопросы, которые я задал. Не понравилось, какие чат вопросы задает. Или что пишет чат. Ушел. Все, пустота как бы. Что делать? Потому что ты же рассчитываешь трансляцию из расчета, что ты будешь что-то спрашивать. Вот в этот момент, если на трансляции есть люди, которые очень хорошо разбираются в той теме, о которой говорит стример со своим гостем, вы можете и даже нужно предложить свою помощь. Сказать, слушай, брось с ним, ушел, фиг с ним, давай я приду, я в этот проект отыграл там 5 лет, например, сейчас я тебе все расскажу. Чтоб все слухали, какого хуя акцент у меня киевский, как у той бабки, помните из видео, где сгорела она, пожар произошел. Вот,
Поэтому, если вы компетентны в том вопросе, который рассматривает стример, и если у него ушел гость, предложите свою помощь. Это правило номер 13. Правило номер 14. Если по каким-либо причинам трансляция прервалась, не надо валить с нее как сумасшедшие. Случается все. Вот недавно я стримил Guild Wars 2. Во время трансляции произошел разрыв соединения интернета. Все. И я пытаюсь понять, что произошло. То ли тут электричество отключили, то ли у меня здесь что-то. Но не старайтесь сразу ливать, да, не старайтесь сразу убегать, уходить. Возможно, связь восстановится. Первым делом, что вам необходимо сделать, если трансляция прервалась, загляните в паблик. Загляните в паблик стримера. Как правило, с высокой вероятностью он напишет о том, что произошло и стоит ли ждать или не стоит. Если все-таки такого не произошло, да, тогда вы можете смело уходить. Если в течение там 5 минут после прерыва трансляции он не написал ни о чем, то, наверное, дело хреново. Если все-таки он написал, то постарайтесь, дождитесь. Это некрасиво, это некультурно. Типа, вот мы сейчас тебя потребим, но если на 5 минут тебя не будет, мы сейчас все свалим. Пошел в жопу. Вы себя не очень красиво зарекомендовываете как зрителя. Ну и последнее, ребят, правило. Правило номер 15. По окончании стрима не забывайте поблагодарить своего стримера за данный эфир. Не забывайте поблагодарить друг друга за хорошее, приятное общение. Так делают нормальные люди. Также после стрима, как вы видите, у меня всегда идет конечная заставка. Для чего она сделана? Для того, чтобы не прерывать эмоции от стрима. Потому что когда человек что-то посмотрел, у него всегда есть какой-то эмоциональный всплеск. Сильный, слабый, неважно. И для того, чтобы трансляция не прервалась вообще вот окончательно и бесповоротно, вот типа всем пока и черный экран, я делаю эту заставку. На этой заставке вы можете написать спасибо мне, спасибо друг другу, доболтать на какую-то тему, посидеть в атмосфере, послушать музычку спокойную, да? То есть эта заставка не для меня, она сделана для вас, чтобы вы могли как бы логично, эмоционально выйти из стрима. Поэтому правило номер 15 – благодарите друг друга, благодарите стримера, если стрим вам понравился. Не забывайте, что, может быть, именно ваш комментарий будет катализатором к проведению следующего эфира. Такое бывает. Иногда люди у меня что-то спросят в чате, и я думаю, блин, а эта идея вообще? Вот взять там и на эту тему сделать что-то там, какую-то трансляцию. Поэтому и я просматриваю, я пересматриваю все стримы свои. То есть, если стрим прошел, он обработался, загрузился на канал, я его выложил, я потом обязательно пересмотрю этот стрим и посмотрю, какие комментарии я упустил, что люди писали, что они писали на конечной заставке. И если я найду какой-то прикольный комментарий с каким-то предложением, я могу сделать потом будущие эфиры, например, да, на ту тему, которую вы предложили. И, ребят, самое главное, не стесняйтесь выражать свои мысли. Не стесняйтесь выражать свои мысли. Мы живем с вами один раз, у нас с вами всего одна жизнь. Так возникает движение, зарождается гражданское общество в игровом мире. То есть, если человек способен выражать свои мысли, если он не стесняется быть собой, если он свободно воспринимает критику, если он хочет идти дальше, двигаться вперед, то такие люди один за одним выстраивают целую ступень гражданского общества. Я искренне вам желаю, чтобы такое общество у нас зародилось. Я не могу создать его один, но могу подтолкнуть вас к его созданию. Я надеюсь, что те правила, которые я сегодня озвучил, помогут вам выглядеть культурным, хорошим зрителем. И надеюсь, что вы получите модерку своего любимого стримера, если у вас таковой имеется. С вами был Иной. Хорошего вам настроения, отличного дня. Всего доброго. Пока-пока.